Ну, мы знали, что легко точно не будет здесь. Всегда тяжело играть. У них хорошая поддержка, хорошая команда, боевая. Поэтому очень рады победе. За счет чего вы забили? Ну, за счет давления какого-то и небольшого фарта. Наконец-то он к нам пришел, потому что все игры вот эти, вроде мы неплохо играли по показателям, но по результату было все плачевно. Надеюсь, что сейчас все будет наоборот.